В Стокгольме объявлены имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. В этом году награду получат трое ученых, сообщил генеральный секретарь Академии Горан Хансен. Шведская Королевская Академия Наук присуждает премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2019 год Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за их экспериментальный подход к снижению уровня бедности в мире. Благодаря одному из исследований экономистов, более 5 миллионов детей в Индии получили доступ к программам коррекционного обучения в школах. Эстер Дюфло стала второй и самой молодой женщиной, удостоенной премии по экономике за 50-летнюю историю присуждения этой награды.